смотрим комплектности полового узла, чтобы здесь были манометры, были термометры, чтобы контролировать давление и температуру носителя в осенне-зимний период. В поле зрения специалиста госжилинспекции Андрея Щербинина все то, что с середины осени и до самой весны будет создавать и сохранять тепло в многоквартирном доме. Это и утеплители на системе центрального отопления, и плотно закрывающиеся окна и двери. Теплотеплитель здесь не должно быть. То же самое с пожарной лестницей, чтобы были двери сами закрывались, здесь, чтобы были пружины. И работа освещения. Чистота и порядок также не остаются без внимания. Вообще-то я сижу дома, но вот утром всегда здесь чистенько, чисто. Убираются. Систематическое наблюдение за готовностью домов к отопительному сезону инспекторы начинают проводить с конца весны и до сентября, по мере того, как управляющие компании завершают все подготовительные работы. Чаще всего нарушения бывают у нас это утепление трубопроводов, отопление подвалов, вот это там за грунтовых вод, и нарушение теплового контура дома. Это незакрытые двери, отсутствие доводчиков на входных дверях, разбитые окна, треснувшие окна, отсутствие остекления. Вот все то, что влияет на сохранение тепла в доме, когда будет отопительный период. Из-за таких нарушений, говорит инспектор, дом приходится отапливать больше, а это увеличивает стоимость тепла и сильно бьет по кошельку жильцов. По результатам осмотра все претензии направляют управляющим компаниям, которые обязаны устранить нарушения до 15 сентября. К этому периоду коммунальщики завершают подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону.